Пилоты Талдыкурганской авиабазы готовятся к международному этапу конкурса «Авиадартс-2018». Армейские игры пройдут с 28 июля по 12 августа на российском авиационном полигоне Дубровичи под Рязанью. Честь нашей страны будут защищать 9 экипажей. Состязаться с сильнейшими асами из России, Китая и Беларуси нашим летчикам предстоит по 7 номинациям. На тренировочных полетах побывала Гульнар Жандасова. Победа в воздухе куется на земле, говорят летчики. Эту пословицу командир авиационного звена Артур Кушербаев усвоил для себя, когда впервые сел за штурвал боевого самолета. Сегодня у него за плечами не одна сотня часов налета и звание ведущего пилота эскадрильи. В этом году экипажу истребителя Су-30СМ предстоит защищать честь страны на авиадарце. В авиации ничего легкого не бывает. Сами по себе полеты – это очень сложный элемент. И к этому необходимо подходить очень скрупулезно. На эти международные игры выбирают лучших от страны, чтобы победить. И я так думаю, соперники будут подготовленными. Экипаж твердо знает, какая сверхсложная задача на него возлагается. И потому весь год вместе со своим штурманом Дюсеном Жараспаевым командир звена отрабатывал в небе навыки ведения воздушной разведки, стрельбы по намеченной цели и движущимся мишеням. Немалой выкладки потребует воздушный бой и демонстрация фигур высшего пилотажа. Я штурман своего командира. Я буду его наводить на цели, правильные координаты давать. Каждый момент мы отрабатываем на своем полигоне Кызылагаш. Мы в составе пары бомбометания и атаку делаем по наземным целям. Господин командующий, решите получить замечание, проанализировать полет. За штурвалом истребителя наша съемочная группа увидела и командующего военно-воздушных сил республики Даурена Косанова. Он лично решил убедиться в готовности эскадрильи к серьезному экзамену. От наших военно-воздушных сил участвует 9 экипажей. Участвуя в авиадарте, мы получаем опыт. Дальше наша молодежь развивается. Мы смотрим, как идет подготовка в Российской Федерации, как развиваются китайские военно-воздушные силы. Считанные дни остались до старта международных армейских игр «Авиадартс-2018». Талдыкурганскую авиабазу будут представлять 3 экипажа. Через 2 дня они уже отбывают на полигон Дубровичи Рязанской области. Главное у ребят – боевой настрой, а мы пожелаем им удачи. Гульнар Жантасова, Олжас Байбусынов, Хабар-24, Алматинская область.